пырнуть назад. Я же говорю вам, я ведь только певец. Это вот он все написал. О, конюшки! Илья Рахмельевич, как я теперь понимаю, именно вам было поручено написание песни в честь юбилея компании «Роснано». Да, а что такое? Я хочу спросить у вас, что это такое? Вот, разухабисто буяня, отмечаем юбилей. Выпьем, милая «Росняня», сердцу станет веселей. А в чем, собственно, дело? Я не понимаю. То есть вам это ничего не напоминает? Мне довольно оскорбительны ваше беспочвенное подозрение. Обидеть поэта, знаете ли. Да перестаньте издеваться, это же Пушкин! Какой Пушкин? Нет никакого тут Пушкина, это я сам написал, клянусь вам. Знаете что? В таком случае вот, возьмите. Что это? Это ваш наногонорар. Купите себе учебник литературы за 6-й класс. Ой, все так же блистает Роснано. Может быть так, Анатолий Борисович? Да идите вы все! Пушкин? Ну я тебе покажу, Пушкин. Слышь, Пушкин, ты чё, в конец оборзел? Ты чё мне за свежак своё старьё впариваешь? Какая нахрен Росняня? Опять хочешь неделю на хлебе и в воде сидеть? Илья Рахмельевич, любезнейший, не гневайтесь, бес попутал, я всё перепишу. Эх, рано я с тебя кандалы снял. Ладно. Надеюсь, юбилей «Газпрома» готов? Не извольте сомневаться, голубчик. Вот. «Газпром», как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Ну вот, можешь ведь, когда припрет. Свежо, образно, ярко. А этого точно нигде не было?